орет, как сивый мерин. Он говорил, что он не будет переизбираться. Он говорил, что он не допустит повышения пенсионного возраста. Как только я увижу по телевизору рожу его, так, С, Б, переключаю на другую программу. Не хочется слушать вранье. Одно вранье, одно насилие и один обман. Я, конечно, такая, ну, была в шоке, что среди моих знакомых есть такие люди, которые поддерживают и считают эту войну правильной. Что, типа, украинцы сами виноваты, сами хотели напасть. У меня такое ощущение, как будто для них есть вот какие-то одни украинцы, какие-то другие. Ну, вот так вот случилось, эти вот случайно, да, ну, попали там рядышком. А вот есть вот те украинцы, которые вот они неправильные украинцы какие-то. Вот, и вообще мы один братский народ. В их головах, что вот украинцы, они вот на самом деле это не отдельные какие-то люди, а они вот братья меньшие. Или вообще тоже русские, но какие-то просто другие. Ну, когда брат себя ведет неправильно, ты же пойдешь и брату будешь мозги вправлять. Вот, типа, из разряда вот такого. Нужно вправить мозги. Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились. Потому что украинцы — это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Ну, это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да? О возможности большой войны России с НАТО сейчас очень многие говорят, и сегодня, в частности, президент Латвии Эдгар Ринкевич выступил с заявлением в Фейсбуке, в котором сказал, что пугать не будем, ну или легкомысленно к этому относиться тоже не следует. Как вы считаете, насколько реален сценарий, при котором Россия начинает большую войну с Североатлантическим альянсом? Ну, примерно на 100%, при условии, что Путин доживет до этой войны. То есть, если не удастся либо физически, либо политически похоронить Путина раньше, то обязательно эта война начнется, сомнений никаких нет, потому что, во-первых, Путин и его власть, ну, все остальное, его окружение, они неоднократно декларировали свои цели. Это восстановление Советского Союза, завоевание территории. Вот сегодня Медведев, второй человек в российской иерархии, прямо заявил, например, что Украина не может существовать. Он прямо сегодня это сказал, да, про Украину, потому что, говорит, это исторические русские земли, поэтому украинцев есть выбор либо умереть, вот прямо он сказал, да, это. Либо жить в составе большой страны, которую они сегодня не любят. То бишь России. То же самое, естественно, относится, опять-таки, по словам того же Медведева, он не раз говорил, что Балтия – это русские земли. Он это говорил. Это, его потом цитировал Байден. А Медведев – это не клоун, как некоторые думают, а еще раз скажу, человек номер два в России сегодня. Вот он зампредседателя Совета Безопасности, зампредседателя Комиссии по вооружениям. Ничего более важного, после Путина он сразу второй. Путин сам, в общем, практически те же слова. Вчера он сказал, что у нас есть завоевания последних полутора лет, мы их никогда не отдадим. То есть по правилам жизни путинского режима нет никаких международных законов, договоров, их просто не существует. Есть только право сильного, то, что завоевали, то теперь наше. Конечно, они начнут войну с НАТО, потому что им надо захватывать Балтию, там какие-то Финляндию, я уж не знаю, Польшу, что-то еще. Поэтому да, начнут, у меня нет сомнений. Вопрос, кто раньше, они начнут войну или их устранят? Но на ваш взгляд, все-таки, если говорить о потенциале экономическом, политическом и военном, то есть есть ли у них ресурсы и возможности начать войну с Североатлантическим альянсом, учитывая, что в Украине они не могут продвинуться, там сейчас позиционная война, российская армия застряла, она давно уже не наступает. Каким образом они могут воевать с Североатлантическим альянсом, потенциал которого и экономический, и военный там в разы, в десятки раз больше, чем у Российской Федерации? Экономически да, военные нет, особенно в Европе, потому что второй такой армии, как у Украины, в Европе нет. В Европе. В Америке есть американская армия, тут какие вопросы. Но на территории Европы есть армия Германии, у которой 200 танков. У украинской, ну, никто точно не знает, сколько сейчас, но всяко больше 1000. А у немецкой 200. Там, по количеству военнослужащих, сейчас находящихся в армии, Украина – это больше миллиона человек сейчас. А, например, в Европе, по-моему, самая большая армия после украинской – это польская. Там 200 с чем-то тысяч, по-моему. В армии Латвии, я не знаю, сколько сейчас, но было 10 тысяч. Я вот когда последний раз этим интересовался. Сколько там в армии Финляндии, надо посмотреть. То есть такого, да, Россия не справляется с украинской армией, но это самое большое препятствие. Самое большое препятствие для россиян в Европе. Другого такого нет ничего.
И вот дальше вопрос. Будет ли Америка вступать в войну полномасштабно, так сказать, перебрасывая сюда сотни тысяч людей, а на самом деле миллионы, скорее всего, понадобятся. Чтобы на этом фланге остановить россиян, понадобилось 1 300 000 уже, и понадобится еще, потому что объявлена новая мобилизация. Готова ли Европа мобилизовать 1,5 миллиона человек и выставить их на фронт в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Финляндии? Пока это только начинаются разговоры о том, что это будет делаться. Пока о чем идет речь, что Швеция перебросит 800 человек, 800 в Латвию, 800. А против них пойдут сотни тысяч, сотни тысяч. Поэтому у России есть все шансы в военном противостоянии пока что. Только если вопрос весь простой. США будут воевать или нет? Причем полномасштабно. Полномасштабно это означает, я много раз этот вопрос риторически задавал, но он остается такой же. В день, когда первый российский солдат пересечет границу Финляндии или Латвии, будет ли нанесен сокрушительный удар по Москве, Санкт-Петербургу, другим городам Российской Федерации? Я имею в виду военные объекты, естественно, в этих городах. По военным базам, по Балтийскому флоту, по Северному флоту России. Будет или нет американцами? Если не будет, то Россия может выиграть эту войну. Если будет, то не может. Ники Хейли, которую считают одним из вероятных кандидатов от республиканцев на пост президента США, сказала, что сейчас мы тратим 3% от оборонного бюджета на помощь Украине. Если мы не будем тратить эти 3% и дальше, то скоро нам придется тратить весь оборонный бюджет на войну с Россией. И как раз вот у нас Георгий Сатаров был в эфире. Он считает, что оттуда пошла эта риторика по поводу того, что может начаться большая война. Вы согласны с этим? И насколько реально, что все-таки Соединенные Штаты войдут уже полномасштабно в эту войну? О чем вы, собственно, говорили, что такой вопрос стоит? Ну, какие у вас прогнозы по поводу реализации, скажем так, этого сценария? Значит, нет, разговоры о полномасштабной войне пошли не со слов Ники Хейли, вообще нет, даже близко. Они пошли с различных высказываний Путина, Патрушева, Медведева, Лаврова, Володина. Это я перечислил, по-моему, всех основных руководителей России. Ну, там дальше начинается еще какой-то второй ряд, но вот первый ряд я весь перечислил. Каждый из этих людей планировал и говорил о том, куда будет нанесен россиянами ядерный удар. Он называл страны НАТО. Каждый из этих людей говорил об завоевательных планах Российской Федерации. Ну, плюс Путин, да, я не помню, упомянул я его или нет. Вот с этого и пошла, естественно, речь. Но когда люди прямо говорят, что они собираются оккупировать страны НАТО и страны Балтии, то почему мы не должны им верить? Как бы? Почему? Совершенно я не понимаю. Как говорил один умный человек, когда тиран что-то говорит, он именно это и имеет в виду. Он прямо именно это и имеет в виду. Почему мы должны думать что-то другое, что он там что-то другое подразумевает? С чего? Потом мы скажем, что нас не предупреждали, так нас предупреждали. Вот, это что касается того, с чего это пошло. А вот дальше, как вы говорите, начнет ли там Америка? Тут не только в Америке вопрос, кто вообще начнет и кто впишется. Вот сейчас перед каждым лидером западным, причем как перед действующими, так и перед теми, кто, возможно, придет к власти, в США, например. В Германии, кстати, может смениться ведь канцлер в ближайшие месяцы прямо, потому что у них идут разговоры о замене Шольца на Писториуса. В Англии с вероятностью 90 с лишним процентов в этом году будет новый премьер-министр, потому что будут выборы парламентские, и Сунак, скорее всего, их проиграет. То есть у нас есть и те лидеры, которые сейчас, и те, которые придут. И у каждого из них есть простой выбор. На самом деле, я подумал, выбор настолько простой, что это просто страшно становится. Выбор между двумя буквами «Ч», как ни странно. Ты либо Чемберлен, либо Черчилль. Вот прям все. Другого выхода у тебя нет. Если ты лидер... Я сейчас не про президента Латвии говорю, потому что от него он декларативно как бы может что-то сделать, но понятно, что физических ресурсов-то у него нет. А страны с ресурсом — это вот Германия, Англия, Франция, США. Ну, по большому счету, и все на этом. И вот от этих стран, в руках этих стран, будущее цивилизации. Будущее цивилизации. Они могут повести себя как Чемберлен, сказать: я привез вам мир, подписав с Путиным все, что угодно, что не будет стоить ничего. И дальше они войдут в историю как пораженцы, те, кто сдал сначала какие-то страны, там Украину, Балтию, Польшу они могут сдать, не знаю, Беларусь, а потом уже, и только потом был вынужден вести полномасштабную войну. Либо как Черчилль, который сразу скажет: нет, 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 мы сейчас... Мы сейчас уничтожим вас. Сейчас за вашу эту войну, а не в ожидании какой-то следующей. Вот простой сейчас выбор. Ну как простой? Простой в смысле, что он бинарный, но не простой в смысле, что его просто сделать.